Пятилетний Артем Якушев не верит своему счастью. Сегодня ему вручают подарок, который мальчик ждал с нетерпением. Вместе с мамой они написали письмо Деду Морозу. Добрый волшебник желание исполнил. Он очень красивый и крутой. Еще он яркий. Мне хочется его поиграть прямо дома. Еще написано, как его превращать в машину. Сотрудники транспортных предприятий Самары поздравляют детей с наступающим Новым годом. Акция «Елка желаний» проходит здесь уже третий год подряд. Исполнять детские мечты – задача ответственная. Поэтому каждого ребенка заранее опросили, чтобы точно угадать с выбором подарка. Время, в котором мы живем, накладывает свои отпечатки. Мне очень понравилась вот девочка, которая хочет стать блогером и попросила селфи-палку для того, чтобы можно было снимать ролики и выкладывать их. Это вот новое желание, с которым мы раньше не сталкивались. Поэтому вот так. Что ж, пожелаем ей удачи, будем подписываться на ее канал. В этом году в акции участвуют семьи бойцов специальной военной операции. Мы хотим, чтобы все наши мужья вернулись домой целыми, невредимыми. Чтобы мы наряжали елку уже все вместе дома, в семейном кругу. Да, сынок? Угу. И чтобы папа был с нами. Специалисты отмечают, дети тех, кто на передовой, сейчас нуждаются в особом внимании. А заботиться о них нужно, как о своих собственных. Профсоюз всегда держит руку на пульсе, он знает всю ситуацию, и в нужный момент он всегда подставит свое плечо и материально, и морально поддерживает этих сотрудников. Ребята в долгу не остались. Каждый прочитал стих или спел песню. Я уже дедушка, конечно, таких детишек я давно уже не видел, но общаться с ними очень, конечно, интересно. Такие смышленые не по годам, и такие бывают и серьезные, кто-то наоборот. Снова! Ксения Баканова, Константин Головин. События.